Это будет структуризация помощи, более целенаправленная, более высокоточная, потому что генерал, который предполагается, это профессионал как раз в формате ведения войны, современной войны, с применением новейших средств. И, конечно, это важнейшая ситуация, это коммуникация, синергия с вооруженными силами Украины в соответствии с потребностями сегодняшнего дня, перспективы, более, так сказать, среднесрочные и дальние перспективы, которые озвучены, что именно наши вооруженные силы будут приведены к стандартам НАТО. Но и что еще отметили как раз в этом формате, что и наши вооруженные силы, и наш особенно военно-промышленный комплекс также имеет высокоточные вооружения и возможности создавать вооружение 5-6 поколения, и оно будет соизмерно НАТО, и мы будем работать вместе ключей и на собственной базе.